Парень? Оружие надо? Чё есть? Мечи. Посмотри. А ещё чё? Да много чего. Тут недалеко. Пойдём, покажу. Здравствуйте, друзья! В этом видео мы расскажем вам о нашем магазине. С вами Ульф и Йохан. И магазин наш называется Секира. Согласитесь, играя в РПГ на компьютере, бывает, что заходишь в магазин, а там доспехи, мечи, ну всякое оружие, очень антуражно, очень атмосферно, просто потрясающе. И сразу хочется в таком магазине оказаться по-настоящему, в реальной жизни. Но согласитесь, ловили себя на такой мысли. Вот наш магазин позволяет это сделать. Как такое возможно, сейчас расскажем. Но сначала о том, что у нас есть интересного. В первую очередь, всех особо интересует оружие. И оружия у нас много. Это и мечи, и сабли, и топоры, и копья. Мечи как стальные, так и кристаллитовые, дюралевые, всякие разные. Копии исторических мечей на эпоху викингов, рыцарские мечи, да, там, Западная Европа, позднее Средневековье. Бывает, что делаем восточные мечи, если спрашивают. Также у нас бывает античное оружие, фалькаты, римские гладиусы. Чем они нам тыкали варваров, да, гладиусы? Кроме мечей, секиры всякие разные. Ну, магазин называется Секира, да, конечно, у нас есть топоры. Топоры эпохи викингов, опять же, самый большой интерес вызывают и самый большой спрос имеют. Копья. Копье, это, как известно, оружие победы. Почему? Потому что копье это дистанционное оружие. Поразить человека копьем на самом деле проще всего. Слово сказать, копья в компьютерных играх далеко не самое популярное оружие. Но вот исторически копье было самым популярным оружием. На самом деле, мало кто знает, но копье человечество использует дольше, чем какое-либо оружие вообще. Первые копья начали использовать еще в каменном веке. А используют копья до сих пор. В 20 веке использовались копья. Ну, опять же, мало кто знает, да, и кавалерия, и так далее. Но, в принципе, даже современные штурмовые винтовки, оснащенные штык-ножом или штыком, это своего рода тоже копье. Поэтому копье используется всю осознанную историю человечества вообще. Можно сказать, что война людей – это копье. С древних времен до сегодняшнего дня. Ну, кроме копий, что у нас еще есть? Конечно, у нас есть ножи. Ножи всякие разные, потому что, например, в ту же эпоху викингов, да, каждый свободный человек носил при себе нож на поясе. Это была норма вообще, норма повседневной жизни. Кроме того, из оружия луки, стрелы, арбалеты, дальнобойное дистанционное оружие, это очень важно, оно у нас есть. Далее, алебарды. Ну, без алебарды куда вообще? Настоящему топовому бугурсмену без алебарды никуда. Кстати, ты знал, что из современной молодежи мало кто знает вообще, что такое бугурт, что это слово означает. Многие думают, что бугурт – это какой-то замес в комментах, да? Но на самом-то деле бугурт – это средневековый такой тренировочный процесс, когда мужики в доспехах собирались, сходились и вот оружием себя, тупым оружием, бусковали. Такой вид тренировки в средневековье назывался бугурт. Помимо оружия у нас, конечно же, есть украшения. Украшения всякие, их много, и все они красивые. Есть кольца, есть браслеты, есть серьги и, конечно же, кулоны. Например, самый популярный молот Тора. А молот Тора, кстати, вот вы знаете, есть довольно интересное заблуждение. Многие считают, что это чисто мужское украшение. А нет, 60% молотов Тора найдено в женских захоронениях. А еще у нас есть фибулы. Фибулы. Фибулы – это такие средневековые застежки для одежды. Ими застегивали плащи, рубахи, кафтаны, платья, много чего застегивали. В наше время их часто покупают не только реконструкторы, вот знаете, покупают просто как броши, чтобы заколоть шарфы, палантины, платки. Это довольно интересно выглядит. Иногда просто на пальто вот девушки вешают, выглядит красиво. Помимо оружия и украшений, у нас есть шлема, доспехи, щиты, посуда. Всякое разное. Кружки, кувшины, миски, ложки,
костюмы, рубахи, платья, настольные игры, как современные, так и исторические. Есть много всяких полезных вещиц небольших. Есть дощечки для плетения тесьмы. Есть в ассортименте нитки, льняные, натуральные. Даже ткани и кожа есть в продаже. Можно купить кольца на развес, если захотите сплести себе кольчугу. Или умбоны, чтобы сделать щит. Умбон — это такая стальная деталь в центре щита. Изделия из кожи. Обувь, блокноты, сумочки, обложки для паспортов, карт-холдеры, кошельки и многое другое. Как исторические, так и современные. Откуда берутся наши товары? В первую очередь мы сотрудничаем с мастерами. Абсолютное большинство наших товаров, во-первых, производится в России, во-вторых, делается руками. Мы сотрудничаем с мастерами из России, с Украины, с Белоруссии. Многие мастера нам предоставляют товары на реализацию, у кого-то мы выкупаем. Сразу вперед. Также, кроме того, нам сдают товары на реализацию бывшего употребления. Люди, которые занимаются исторической реконструкцией, ролевыми играми, те, кто, допустим, хочет заменить какие-то свои вещи на более новые, более дорогие, более красивые, какие-то свои старые вещи, приносят нам, мы их продаем и людям выдаем деньги. Слово говоря, если у кого-то есть старый доспех, да, и он не знает, куда его деть, он может прекрасно его принести нам, мы его продадим и отдадим человеку деньги. Так что, если вы хотите продать что-то, пишите нам на сайте, на почту или ВКонтакте, или в директ в Инстаграме. Кто покупает наши товары? Это люди, занимающиеся исторической реконструкцией, ролевыми играми и просто любители истории. Но, кроме того, наши покупатели – это совершенно разные люди. Довольно часто у нас покупают какие-то вещи, чтобы украсить интерьер, например, интерьер ресторана, или какие-то вещи в качестве делового подарка. Каких-то подарков на корпоративах, берут в качестве призов для различных фестивалей. Вот вы знаете, мы когда начинали свое дело, мы думали, что в первую очередь у нас будут покупать реконструкторы или ролевики для ролевых игр. Но оказалось, что больше половины продаж – это люди, которые вообще не связаны ни с исторической реконструкцией, ни с ролевыми играми. Это вот именно люди, ну, совершенно обычные люди, с разным увлечением. Скажем, человек просто хочет иметь меч. У человека детская мечта – иметь меч. И человек покупает себе меч, у него есть меч, все, почему нет? И это вот наши покупатели. Кстати, моя детская мечта — иметь настоящий стальной меч. Вот он, меч Ульфа. Мечта сбылась. Ну конечно, викингу положено иметь меч. Вот. Не простому викингу, а успешному. Успешному викингу положено иметь меч. Вот меч Ульфа, полюбуйтесь. Мечи у нас в ассортименте, например, есть совершенно разные, ну не только мечи, вообще вот в целом, если посмотреть, да, кроме движения исторической реконструкции, существуют различные фехтовальные движения. И это и ИСБ, да, исторический средневековый бой, и хема, и ролевое дуэльное фехтование. Совершенно разные направления, и зачастую людям для вот этих своих спортивных увлечений необходимо тренировочное оружие. Вот у нас, кроме стального, есть текстолитовое, дюралевое, кроме того, что оно подходит для ролевых игр, оно прекрасно подходит для тренировок. Очень часто реконструкторы не хотят ломать свои настоящие стальные мечи, да, и покупают для тренировок текстолит или дюраль, которые прекрасно выполняют свою функцию. Кроме того, существуют и, собственно говоря, стальные дешевые тренировочные мечи, которые стоят, там, ну, примерно 2000 рублей. За 2000 рублей стальной меч, его сломать на тренировке не жалко. В сравнении с тем, как ты можешь вот владеть репликой исторического меча, который стоит там 20-25 тысяч рублей, и бац, сломать на тренировке. Ну, обидно. Меч за 2000 сломать не так жалко. Они периодически ломаются, от этого уж никуда. Но это еще мы говорим о мечах относительно бюджетного ценового сегмента. Есть реплики исторических мечей за 150, и за 200, и за 250 тысяч. Такие сломать, конечно же, трагедия. Зато если человек на поле боя выходит в позолоченном шлеме, вы знаете, это сразу становится цель номер один во всех бугутах. Ну, вот просто выцепить человека в позолоченном шлеме — это сплошное удовольствие. Соскребать по злоту? Ну, я так не делаю вообще, честно говоря. Если я вижу человека по золоченому шлему, я стараюсь шлем не бить. Я бью... В спину. В спину, да, по жопе. Стараюсь как-то с пониманием отнестись к любви человека, к искусству и к дорогим красивым вещам. Хотя многие реконструкторы имеют два комплекта боевых. Один парадный, а в другом ходят в бой. Да, конечно. Сейчас будет небольшой кусочек бизнес-блога. Наша история успеха. С чего все начиналось? Мы в исторической реконструкции уже 20 лет. Начинали еще в 2000 году. Торговать мы начали в 2004 году. А знаете, как это было? Мы тогда собирались на историческую ролевую игру «Волки Одина». Проводилась такая игра в Ленинградской области. Была она просто потрясающая.
культовая игра, кстати, считается, и очень многие исторические клубы вышли из участников команд той вот ролевой игры 2004 года. Так вот, неважно. А сами мы с Камчатки, проводя каникулы в Петропавловске-Камчатском, мы тогда учились в институте, мы неожиданно для себя нашли возможность относительно недорого приобретать оленьи шкуры. И мы решили, что, ба, да мы же едем на ролевую игру, где там викинги, да, и всем им по-любому нужны оленьи шкуры. Мы взяли эти оленьи шкуры, привезли с собой, безусловно, это никак не отбивало билеты. И мы приехали, значит, на ролевую игру, стали продавать эти оленьи шкуры. И вы знаете, эффект был просто потрясающий. Они всем прекрасно зашли, они были недорогие, фактически дешевле овечьих шкур, которые там продавали ближайшие конкуренты. Все шло хорошо. Тут внезапно нам удалось совершить просто потрясающую по своей эффективности сделку. Мы встретили ребят из Беларуси. У них были на продажу хвосты, лисьи, песовые и так далее. Ну, просто целый мешок и всяких меховых обрезков. И шкуру у нас оставалось уже немножко. Буквально там 2 или 3 шкуры. И они говорят, а давайте меняться. Вот мы забираем все эти ваши шкуры, а вы забираете все наши хвосты. Мы такие подумали, давайте. И они были полностью довольны, что они продали нам эти хвосты. Мы были довольны, что мы продали им шкуры, получили эти хвосты. Да? Каждый подумал, что совершил прекрасную сделку. И так оно и было. Эти хвосты мы тут же начали продавать через интернет. Дали там на форумах объявления, вот меховые хвосты. Я начал шить меховые шапки, а тогда у викингов были очень популярны такие вот меховые шапки. Если ты викинг, ты обязан был иметь меховую шапку из хвостов, вот так вот два хвоста пришивались с ней, и сзади должен был хвост, тоже вот лисий какой-нибудь у нее висеть, как у каких-нибудь там, я не знаю, американских скаутов в фильмах про ковбоев. Вот такие вот шапки. Считалось, что для викинга такая шапка это просто верх крутизны и историзма. Ну, спойлер, нет, это совершенно не исторично. Сейчас такие шапки, ну, никто не носит, нигде не выпускаются. Они ни на каких фестивалях. Вот были эти хвосты, были шапки. И игра была в августе, а в сентябре мы решили поехать на фестиваль ролевых игр ZealandCon. Тогда это был в Казани самый большой фестиваль, и там была самая большая ярмарка. Помнишь эти времена? Это было нечто вообще, ZealandCon 2003-2004. Сейчас ZealandCon уже не тот. Ну, к сожалению, да, фестиваль уже все. Соответственно, на Зеланконе мы взяли в складчину с одним товарищем маленький столик торговый, да, арендовали, и выставили вот эти вот хвосты и шапки. Больше у нас товара никакого не было. Мы даже не сидели целый день за этим столом. Мы гуляли по фестивалю, иногда чисто подходили, там посидим 2 часика, пойдем дальше гулять. Но, тем не менее, мы просто распродались почти полностью. Мы продали почти все эти хвосты, почти все шапки, и тут потихонечку понеслось. Шапки на заказ, начали шить из кожи, там, сумочки, наручи, кожаные рубахи на заказ. Начали общаться, знакомиться с другими мастерами, меняться товаром, брать что-то у них. Товара начало становиться все больше, больше и больше. Начали работать в 2006 с очень известным мастером Йоном, с его украшениями. Да? И начался длинный период нашей жизни, когда мы ездили по фестивалям с рюкзаками. Рюкзаки полные не только товары, но еще там мы же были активные реконструкторы. Полные рюкзаки доспехов, шатров, котлов. Надо же еще сражаться же обязательно. Да? Вот пока торгуешь, день стоишь, закрыл прилавок, побежал в бугурт, повоевал. Потом или попросил там кого-нибудь постоять, девушку какую-нибудь. Пришел, открыл, там торгуешь, стоишь. Ну, вообще, так вот мы начинали. Помню наш первый крупный исторический фестиваль. Это был Русборг 2006 года. Когда мы с братом, и у нас тогда уже был, по-моему, исторический клуб наш, дружина Ильдиан, да, и у нас было 5 человек. Я, брат и еще 3 наших одноклубников. Приехали мы на Русборг, у нас с собой у всех здоровенные рюкзаки, потому что помимо нашей торговли мы должны где-то жить, чем-то питаться. Тогда уже мы привезли с собой там исторический котелок, у нас был шатер абсолютно потрясающий. Это был не шатер, это был просто такой тент, который... 3 на 3 метра. Да, то есть это просто можно сказать, что тент, это не шатер, не было ни стенок, было просто кусок крыши, бока мы завесили шкурами, чтобы не лил дождь и не дул ветер. У нас все было завешено этими шкурами, хвостами. Когда люди проходили мимо, говорили, приехали настоящие викинги. Да, то есть... нас просто офигевали опытные реконструкторы, что люди так живут. Причем тент этот был сшит вот не из чего-то, а вот из такого же тонюсенького льна, как вот рубахи. Вот просто он
тек от любого дождя. Это было настоящее такое претерпевание по полу, короче. Мы были довольны, мы приехали. То есть нам казалось, что мы живем в комфортных условиях. Мы там спали на этих оленьих шкурах, закрывались плащами. Когда подходил главный организатор фестиваля, Павел Семенов, да, я помню до сих пор эти слова, что вот, типа, парни, молодцы, приехали настоящие викинги. Типа, так всему надо ездить. Да. Вещей можно было взять ограниченное количество, потому что не было ни машин, ничего. Ездили просто на поезде. Купили билеты, поехали. Все, что было в рюкзаке, то и приехало. Помимо товара, надо еще как-то жить. А еще мы были активными участниками войны. Ходили во все бугурты, во все турниры. Конечно, кроме торговли на фестивалях, тогда вот мы начали торговать уже осознанно. Не то, что там приехали, дорогу отбили, еду отбили, что-то осталось и рады. Ну, поначалу это так было. Стали целенаправленно посещать вот каждый фестиваль, куда могли приехать, и, соответственно, там торговать. Это уже стало таким заработком. Кроме того, мы начали сотрудничать с магазинами. Уже существовали тогда вот магазины в Москве, допустим, такие магазины, как «Мир древности», «Данжон». «Данжон» до сих пор существует, хороший магазин. Также мы выступали посредниками между некоторыми петербургскими мастерами, отвозя их товары в московские магазины, сдавая тоже на продажу. И примерно в те же времена начали появляться магазины в Петербурге. Мы с ними тоже работали, сдавали разные товары. Так вот, потихонечку пришли к тому, что приобрели свой автомобиль. Наш первый автомобиль был Lada Largus. И тут уже не надо было таскать на себе ни рюкзак, ни там два рюкзака, ни два рюкзака, плюс еще там сумочка, тележечка с собой на колесиках. А мы начали набивать машину до отказа. Но поначалу мы ее даже не набивали до отказа. Мы накидывали туда товар, вещей, всего подряд, и осталось куча мест. Но казалось, как, типа, вот, ну столько места, чем его занять? Но как бы очень быстро оказалось, что есть чем занять, и чтобы вот просто сложить вещи в машину, это уже превратилось в какой-то тетрис. В 2014 году это, по-моему, было. Когда мы поняли, что мы выросли уже из поездов, и просто такой объем вещей на себе уже нереально носить. Поначалу мы просили наших друзей, кто едет на фестиваль, то есть оплатить им бензин, загрузиться в их машину и поехать. Конечно же, это полностью не решало наши проблемы. Да, потому что мы забивали своими вещами полностью в машину друзей, да, скидывались на бензин, бывало, что там скидывались немножко на оплату, или даже несколько торговцев объединялись, и мы там с кем-то. Иногда так получалось, что кроме наших вещей в машину больше уже ничего не влазило. Когда появилась мысль создать собственный магазин, ну, знаете, практически сразу, даже вот мы еще торговать не начали, а была мысль, а почему бы не сделать вот такой магазин, где вот будет вот это вот все, там, вещи, доспехи и так далее. Потихонечку мы к этому шли. Примерно в 2012 году я начал подбирать помещение. Ну, около года я просматривал различные варианты, посмотрел около полусотни различных помещений. О, я вот узнал про недвижимость Петербурга, ну столько, вот каких только мест я не видел вообще, чего только не видел там. Один был интересный дядька, предлагал подвал, говорит, ну классный подвал, смотрите. Смотрю, там, короче, от пола до потолка, я не знаю, едва метр есть, туда просто не зайти, не посадить. Он говорит, пол-то земляной, дом же старый, да, а чтобы вы понимали, во многих домах Петербурга 19 века, там ленточный фундамент и просто земляной пол в подвале. И стены, это, собственно, это фундамент. Он говорит, ну вы прокопайте себе там как надо глубину и плиточку положите, нормально будет, короче, вообще отлично. Я такой, блин, ну вообще класс. Не, это не вариант. В общем, что только не видел, квартиры разные, коммуналки, подвалы разной степени, очень интересно. Соответственно, год я искал помещение, подобрал помещение и начался ремонт. Мы все делали сами, красили стены, соответственно, все стенды, вот все эти стеллажи, все оборудование мы делали сами. Мы взяли листочек, сели на фудкорте в торговом комплексе и составили список, что нам надо, рисовали различные схемы. Чертили, закупали материалы, приезжали каждый день здесь, с утра до ночи делали. И 7 июня 2013 года мы открылись. С тех пор прошло уже почти 7 лет. Наш магазин развивается. В 2015 году довольно интересный для нас был год. Получилась интересная история. Очень. Мы ехали в Крым и в районе, не доезжая до Ростова, приблизительно рядом с городом Шахта. Случайно разбилась машина. Случайно у нас разбилась машина. Едем, спим, никого не трогаем, просыпаемся, машина разбита.
Что самое интересное, это был Сашин день рождения. Вот просто такой подарок, собственный день рождения. Я разбил себе машину, ну почему нет? Мы остановили машину, я вышел из машины, посмотрел на это. Я был вне себя. Вот просто взяли, разбили машину, выкинули. Я думал, что мы выкинули там 50-100 тысяч рублей или еще что-то. Но нет, мы приехали на сервис, и нам насчитали на ремонт на официальном сервисе из официальных деталей 250 тысяч рублей. Мы этот Ларгус купили за 400, а тут 250 за ремонт. Ну, мы решили, нет, ремонтировать не будем. Там заплатили ребятам 16 тысяч, они более-менее привели в порядок. Что-то выгнули, что-то отрезали, что болталось, стащилось по земле. Там замотали дырки вместо разбитых окон пленку скотч. И так мы проездили еще год. Мы работали-работали, заработали. Решили, что ну, нужна новая машина, потому что это и коррозировать начала. И, это, и в 2016 году мы приобрели новый автомобиль Mitsubishi L200, с которым до сих пор ездим. Проблем не знаем. Ну, с Ларгусом тоже проблем не было, кроме одной, мы его разбили. Конечно, если бы мы его не разбили, мы бы до сих пор ездили на Ларгусе. Потрясающая машина. Приобретая отечественную машину, отечественный автомобиль, взвешивали за, против, смотрели форумы, там, очень переживали, думали, ну, Тольятти, это же АвтоВАЗ, всякое, да, там, бывают все эти шутки про Лаву Калину, ни разу нас Ларгус не подвел, я вам скажу, для малого, для микробизнеса, да для любого бизнеса, Ларгус это просто идеальный автомобиль. Цена, качество, живучесть, функциональность, отлично. Жили бы до сих пор с Ларгусом, но приобрели Mitsubishi L200, конечно, уровень комфорта намного выше. Ну и проходимость, естественно. Плюс проходимость, а в нашем случае довольно важно. Потому что ездим по фестивалям, там бывает, что ты едешь по дороге на фестиваль, но последние 200 метров по каким-то полям, лесам, колдобинам проходимость меньше. Сейчас есть чувство, что из L200 мы тоже выросли, потому что в последнее время мы ездим с прицепом, L200 плюс прицеп. Сейчас, думая о том, что магазину нужен еще один автомобиль, чтобы, допустим, несколько фестивалей посещать или... Несколько разные точки. Склоняемся к Ларгусу, если будет у магазина... Либо Ларгус, либо какой-то микроавтобус. Ну ладно, это планы на будущее. Про это, может быть, надо отдельно записать, что-то рассказать, если это кому-то вообще интересно. Как нас найти? Как мы вообще работаем? Найти нас просто. Находимся мы в Санкт-Петербурге, на так называемом Староневском проспекте. Это часть Невского проспекта, который длится от станции метро площадь Александра Невского до площади Восстания. Примерно посередине находится наш магазин. Да, посерединке. На Невском 119, во дворах. Сейчас здесь будет карта. Как мы работаем? У нас есть непосредственно физический магазин. Вот он, где мы сидим, находимся, да? Сейчас мы еще вам немножко покажем, присоединим такие записи. Кроме того, мы работаем через интернет. У нас есть группа ВКонтакте, сайт, Инстаграм, сайт Sekiro.shop, заходите, ну там в Яндексе, если набрать магазин Sekiro, сразу наш сайт, Инстаграм и ВК на первом же строке. Кроме того, мы ездим по фестивалям. Довольно важным для нас направлением является именно фестивальная ярмарочная торговля. Причем это далеко не только исторические фестивали и не только там фестивали ролевых игр, также это фестивали гик-сообщества, косплей-фестивали. Большие рок-фестивали. Да, даже рок-фестивали. Такие, как там нашествия, например, байк-фестивали. Мы вот были на знаменитом севастопольском байк-шоу «Ночных волков». Прекрасный фестиваль. Мото «Малый Ярославец» тоже байкерский фестиваль. Ну, разные фестивали. Для нас, по сути, направление фестиваля, которое мы посещаем, оно не столь важно. Главное, чтобы там были люди. Наш товар настолько интересный, что мы наторгуем в чистом поле, где не выставимся, всегда вызывает у людей интерес, и мы, конечно, работаем. В первую очередь из фестивалей, ну, можно перечислить несколько конкретных фестивалей, на которые мы ездим. Вот, например, из исторических это Русборг. Русборг это вообще главный фестиваль викингов и славян в России. Мы его посещаем, как Ульф нам сообщил, с далекого 2006 года, когда фестиваль тут начинался. Вот каждый год мы ездим, очень его любим. Будем ездить, пока он будет проводиться. Буриный берег, разумеется, но о нем позже. Подытожим. Основные направления нашей работы – это сам магазин на Невском, это интернет-торговля через сайт и группу ВКонтакте. Адреса смотрите в описании. И выездная торговля. Да, выездная торговля на фестивалях, ярмарках и так далее. Особенное место для нас занимает фестиваль «Буриный берег». Не только потому, что там очень хорошая и большая торговля, но и потому, что по чистой случайности организаторы этого фестиваля мы. Да,
Тут, конечно, нельзя рассказ магазина вести, не рассказывая о Пылином берегу. Да, это наш фестиваль очень важен для нас. И многие познакомились с магазином Секира только потому, что приехали на фестиваль Пылиный берег. Да, мы с нашим партнером и большим другом Жирякиным Антоном делаем этот фестиваль «Пылиный берег» и проводим его уже с 2011 года, то есть 10 лет практически. То есть в этом году будет 10 лет. 9 фестивалей мы уже провели. В этом году ожидается 10-й юбилейный фестиваль. Кстати, с 21 года напишите, был фестиваль или нет. Да, вот знаете, со всей этой, конечно, ситуацией с коронавирусом, конечно, наверное, в наше время уже как-то грешновато упоминать коронавирус. Тем не менее, да, кто смотрит ролик там из 21-го, 25-го, 2030-го года, напишите в комментах, что там, прошел фестиваль, не прошел, или прошел про фестиваль. Напишите, что там с вирусом вообще, прошел, победили мы коронавирус, или мы живем теперь при коронавирусе, и у вас там в будущем тоже занимает активную часть жизни. Но в целом-то я напомню, мы сейчас сидим все по домам, не работаем, у нас тут самоизоляция. Ну и пару слов о том, что же такое Пылиный берег, что это за фестиваль. Пылиный берег – это фестиваль исторической реконструкции, основной тематикой которого является эпоха викингов и Древняя Русь. Но что отличает этот фестиваль от многих других, это наличие обширной музыкальной программы. На Пылином берегу выступали в разное время такие группы, как Мельница, Нейромонах Феофан, Аркома, Сварга. В этом году уже приглашены Атава Йо, та же Аркона, Тройбит Рельс, Олот, Каливала, Сварга, Алконост, Грай и многие другие. То есть практически весь свет отечественного фолк-рока и фолк-метала. Конечно, ну, не музыка единая, и жив фестиваль. То есть Пылиный берег — это еще и красивейшее место проведения. Площадка фестиваля омывает с одной стороны река Волга, русская река, с другой стороны река с поэтическим названием Буянка. То есть, что можно сказать, что наш полуостров — это такой вот остров Буян. Не музыка единой. Также фестиваль — это бои, массовые сражения дружин, мастер-классы по ремеслам, различные турниры и соревнования. Кроме того, Пылиный берег — это одна из самых больших средневековых ярмарок. Может быть, в России даже самая большая ярмарка. Где можно, конечно, купить много чего, даже перечислять не будем. Проще приехать и посмотреть. Ну, а если не едете, то вот в группе Пылиного берега тоже там анонсируются все участники ярмарки, информация выкладывается. Так что можно вступить в группу Пылиного берега ВКонтакте и все там прекрасно посмотреть. В группе Пылиного берега, в принципе, довольно интересно. Фотографии с фестиваля выкладываются. Красиво, интересно. Зайдите, посмотрите. На фестивале есть, помимо всего, туристический кемпинг. То есть, то, что это исторический фестиваль, не означает, что все гости фестиваля обязаны жить в шатрах и ходить в исторических костюмах. Нет. Гости фестиваля могут носить любую одежду и жить в обычных туристических площадках в кемпинге. Кроме того, на фестивале у нас есть таверна с различными интересными блюдами, где наш друг, партнер и товарищ Штефан Андрей предлагает свою прекрасную медовуху. Если хотите узнать о Пылином берегу получше, поподробнее, приглашаем вас посмотреть фильм о фестивале. В конце ролика будет окошечко, такая там ссылочка. Кликните, посмотрите. Потрясающий фильм снимал, опять же, Штефан Андрей, наш друг, замечательный партнер. И видео такое очень душевное, прекрасно передает атмосферу фестиваля. Посмотрите, не пожалеете. Всего вам, ну, там, гляньте. Посмотрите, советую. Благодарим за внимание. Смотрите наше следующее видео. А ты будешь просить подписываться, оставить комментарии, лайки, звенеть в колокольчик? Ну что, надо что ли? Все так делают. Ну, не знаю, а чисто следующего видео не будет. Попросить, может быть, чтобы там из будущего, из 2021 написали, сняли мы какие-нибудь ролики еще или нет.